Красивое число. 66. Теперь у нас ран на лэмбом. Во, хелсап. Есть проклятие. Минус Саламанс. Похоже, лишний ноль был не кстати. Увы. Ра 20. 8 Ф 4. Так, какой у нас сока? Какой у нас хрена? Три красных, еще и синяя есть. Кстати, это опять был бы старт 2, расходно синяя. Кстати. Перейти подряд сегодня задний же. Просто блюкап дал холсап, поэтому. Поэтому вышло иначе. Так. Грибок и лезвие. Так, 0.94 скорость, 2.65 дамаг. 3.83. Спасибо этому грибу. Так было бы явно меньше. Где казино? Забанено. На территории РФ. Так. Че, сразу пошли, наверное. Уже лучше. Ну, тут нажимать не хочу, наверное. Потом посмотрим. Господи, что спит 0.63. Охренеть. Вообще, что спида нет никакого. Совсем нету. Пригодилось. Так, я еще раз ее заряжу. Вроде да. Не забыть обратно вернуться за книжкой правильной. Все же книжка не такая полезная. Еще ключ. О, на пол. Нормально. Хороший дамаг. Считай, пол хп полку слили. Так, что-нибудь хорошее, надеюсь. Марблс. Ну, типа, посмотрим. Можно огоньки забрать, можно взять перо и ждать злых айтемов. Уже, а книжка на черное хп не злой айтем, наверное, нет. Навряд ли она это учитывает. Только пассивки, наверное, учитывают. Злую активку, наверное, не посчитает. Книжка дамажит просто фиксированно. Сколько там? Там какой-то урон, не помню. 100 урон, может больше, может меньше. Не помню. Фиксированный урон. Типа это не как какая-нибудь трубочка, она не дамажит от процента. От процента хп. А, 40. 40 так мало, серьезно? Тут-то больше. Значит, да, боссы первые, они довольно легкие же. Первые боссы довольно худые. Похоже на правду. Это сексуально.
принципе, у меня даже и дальность не прям низкая. Пойдет. Это смешной уже билд получается. Наверное, я еще раз не нажму. Не нажму книжку. Даже... Ой, да заебало. Дамаг уже нормальный. Отлично. А, теперь у меня пода ключа нет, ну... Ну ладно. Пофиг. В целом пофиг. Започил дэмэдж. Думаю, это было даже полезнее, чем хп потенциально лишнее еще одно. Это сработает? Работает. Стонкс. Как так быстро нахожу секретки? Чуйка. Все разные. Ёпта. Блять. Ну вот на таблетке чуйки нет вообще. Всякую хуйню постоянно жру. Да, ёпта. Глаза верните, пожалуйста. Я ж нихера не вижу. Я книжку все равно уж оставлю. Ага. Аппинг за одно хп, наверное, не самое хреновое предложение. Готов на такие пойти жертвы. Тем более я могу тут же вернуть обратно хп, наверное. Да, могу. Бля, надо было пофармить сначала, потом брать. Хуйню сделал. Хуйню сделал. Ладно, теперь уже, видимо, ничего не выйдет. Я сюда вряд ли вернусь, потому что это было на сделке. А может быть вернусь. Может быть. Правда, хп, блять, мало. Ладно, надо еще одно взять. Одного не хватит, сынок, красного, чтобы его дофармить уже два красных минимум. Надо два красных. Может, не закроется. А, в сделке было. Я не помню. Я это не запомнил, к чему я стик в сторону пошел. Я так не закрылась. А, стоп, тут еще один бомж есть, кстати. Подожди. Тут, подожди, тут есть второй бомж. Стоп. Теперь вопрос, что выгоднее. Пытаться этого фармить или второго дофармить? Вдруг он даст с первого раза. Вот муж просто конченый. Он и так не даст нихуя. Так. Ага, ну, кстати, так, окей, тогда хуй с тобой, пошли второго. Затыкивай, там что-то вроде было, или я там все уже подобрал? Тут деньги были, да? Я их все подобрал. Подбираю. Ладно, хватит. Ну-ка.
Ну во. Так-то лучше. Она еще не закрылась. Так. Ну, скорее всего, это все. Дальше я уже ничего тут не смогу сделать, наверное. Могу синий попробовать поискать. И бахать автомат. Не, брим брать я не буду, нахуй мне он. Так, ладно. Ладно, тогда возможно. А, не, все-таки невозможно. Все-таки невозможно. Два раза она не осталась. Какая, блядь, неприятная комната. Жесть. Дальность способ в говне. У меня 5, сука, дай на себе шорт спит 0.6. Такой пиздец просто. За что, блядь? За что? Блядь, не дали, ни шорт спида не дали. Так грустно. Только что было сердце Айза, когда... Буквально только что. Не успели. Ну хотя бы не на зверя в этот раз. Чуть попроще было. Я рад, что я не нажал книжку до босса. Я этому безусловно рад. Так, сделку не видел, пошли тогда в Кёрсу. Окей. Окей. Блять, что-то хуйня получается, как дорого это все вышло. Ну ладно, с хп упало. Килберн, блять, в кашу ему насыть всеми сделками тупорылыми, блять. Как эта хуйня меня триггерит. Ебанутые цены, блять. Хули все так дорого-то, блять. Чё ж такое все дорогое-то, блять? И денег, блин, не хватит на такие, блин, сделки. Купон я видел, у меня бомб нет. Чё толк? У меня ни одной бомбы нет. Как бы я еще вот это тоже вижу. И это вижу, но... Опять же, толку ноль, у меня бомб нет. Ни одной. Надо бомбы искать. Ну, может, найдем? Может быть, найдем? Хотя бы одну бомбу. Хотя бы одну. Любую бомбу. Буквально любую. Это тоже интересная рума. А, кстати... А, нет. Оно спрейт не поменяло. Он уже был активирован, окей. Тут все же без обмана получилось. Хорошо. Типа, если был бы спрайт сундука еще не такой, а типа, что он еще пред... это... предшиповник, короче. Когда бы там был бы другой сундук, и там могло не быть бомбы. Если бы он был, короче, не в финальной форме этого сундука. Но, благо, это уже была финальная его форма. Так, ну ладно. Автомат, да нахуя. Автомат живет. Убийца автоматов, блин. Все, будем автомат бабахать. Ничего. Автомат копит. Копит жирок на зиму. Тут скоро зима. Холодно будет.
Окей, okay, забахнет. Скорее всего, бахну. Здесь что-то будет хорошее. Так, а что я получил? Дамаг получил, да? Вроде уже. Помню, уже дамаг получил. Так, ну от этой книжки я все еще не отказываюсь. Все еще будет нормальная. Скорее всего будет, я думаю. Как обычно. Грида нету. Вроде здесь. Ура! Плюс 0,2 дальности. Так я. Так, ну босс, походу, справа снизу. Значит, где-то тут вот этом рума, скорее всего. Скорее всего. Нет, не точно. Ладно, все, давайте уже сделки брать, наверное. Я думаю, уже с босса набрал приколов. Босса мне ничего уже особо не надо. Тем более, у меня теперь яйца, там дамаг, скорость и так, наверное, приду. Во! Скорость и так уже пришла, вон. Нормально. Что можно уже сделки нюхать до конца этого забега. Так, это золотая монета, судя по звуку. Ага. Ага! Это она. А, это я с умом сделал. А почему я думал, что это как-то иначе сделает проход? Ладно. Да, маленько не так оказалось. Я был близок, но не то. Немного не так вышло. Удачи. Так, мне нужна еще одна бомба, да, получается? Ёпта! Куда босс, по-моему, раньше было проще орбиталить? Репортс. О, это хорошо. О, это хорошо! Это ебать хорошо как... Прям совсем хорошо. Бомба не нужна, получается. И вот бомба уже вовсе мне и не нужна. Идеально. Блин, это большая рума, конечно, кринж. Бегать заеб... А, все, она уже кончилась. Тогда бегать не заебусь, получается. Так, что там еще было? Какой-то мешок был. Уже можно забрать с собой. Путешествие. Там были деньги в мешке? Не помню, что там было в мешке. О, были деньги. Целая копейка. Целая копейка. Охуеть. О, нормально. Пресс оставлю. Хотя... Сим-карта получше будет. Воровать сделки или, может, на Лэмбо оставлю. Ну, вроде пока кайф. О, как кайф. Потопали дальше. Да нет, я теперь даже полопать, я маленько скучаю. Тран уже можно, я думаю, заканчивать. Хотя, в принципе, DPS не прям бешеный. За полеты даггера. Уже приятно даже в этой игре. Тем можно все еще нормально пользоваться. Еще у меня маппинг. Однажды я это запомню, что у меня маппинг. Буду им пользоваться. Сразу со старта этажа. Но у меня сделки, поэтому ладно. Пока готов потерять полет. Временно. Только временно. Ненадолго. Можно блох орбиталить?
Вряд ли. Вроде можно, но вроде не нужно. Вроде идея так себе все равно. Орбиталить блох. Белка будет за синяя, тогда бан. Тогда сразу бан. О, это прикольно. Ладно, не буду я автомат бахать, все равно там денег не хватит. Винхер не хватит, наверное. Чтобы забрать бустер пак. Так мне вроде не нужен. Утренку оставили. Но ответ всегда, скорее всего, потому что похуй. Хотя можно было даже не брать, наверное. Но с другой стороны, не хочу без полета играть. Полет мне все же нравится. Так, я могу успеть на бустраж опять же. Видимо, денем, когда мы успеваем на бустраж. Прям весь день. Кажется, сегодня мы успели на бустраж на всех забегах, кроме матери. А, удача от Реньки. Кстати, я, кстати, думал о нем, да. Что-то не знаю, решил плевать. А что-то у меня есть на удачу? Сказал. Что-то я не чувствую, что у меня что-то есть на удачу. Особо. Блестящая лысина Фучера. Хуя себе. Моя лысина уже успеет, уже деньги зарабатывает. Спасибо. А, смотри, вот что я говорил. Ему еще наорет. До этого была писа тихая. Второй конжо... А, это не сюда, подожди. Подожди. Разворот. Ну бывает, блять. Узнал только недавно, что рука на пол хп дамажит, кстати. Я этого не знал, по-моему, все эти годы. Когда делал файл, узнал, что это рука не full hard damage. Забавно. Я раньше вообще об этом не думал. Блять, undefined. Печеньки. Блин, печеньки я не хочу брать из-за Крикетс Бадди. Ну вообще давай, ладно, печеньки, пофиг. Ладно. Пускай будут печеньки. Кстати, их даже особо не... Ладно, чуть-чуть видно. Чутка видно. Петрикс. Joint. Блять, так это слишком сложные песни, а мозг их не воспринимает. Хватит. И странно у вас музыкальная, конечно, композиция. Хватит денег. О, почти ровно. Ладно. У моей лысины странные музыкальные вкусы, но, видимо, да. Видимо, так.
Пиксельком. Так. Всего одно место, где может быть два босса. Легкий этаж. Прочитали. Ну, кстати, заебись, что я по итогу не взял. Что я не взял Undefined. То есть смысла вообще в нем не было. Тут нажимать было бы нельзя. Только на Шеол. Может быть, пригодилось бы. И то неизвестно. Вообще можно было взять сейчас сделку, будет там, там может быть Крампус. Там может быть Крампус. Твари. А ну вообще погоди, не. Заебок. А, у меня же еще ебаный этот, блять, у меня еще ебаный Анг. Так, тогда стоп, как это делается? Так. Мозгу больно. Так, вот так. Это Анг. А, это не Анг, хуй Анг. Это Ванап. Это нихуя не Анг. Все нормально. Так, это Ванап. Теперь дальше будет Шэдоу. Опять вышли, убились. Окей. Балдеж. Как же я... Не зря-то оставила. Не зря оставил, вообще не зря. Опять момент прочувствовал. Блять, кто там аниме накликал в чат, ну? Бан. Спасибо, Прокс. Ну это бан. Это был бан. Тогда получается бан, все. Синяя? Синяя. Алло? Да ёб твою мать. Только зря дернулся. What? Чё? Я, конечно, обманусь, скажу, что ты руму не видел, но я, скорее всего, её не помню. Я такую руму не помню точно. Такую комнату. Все-таки в Шеуле я бываю не так часто. Что это, блядь, за пиздец? Ай. Это бэбик странный. А, я вернулся. Уедь. Прекрасный. Да как? А? Не успел обойти. Окей, это в Dark Room. Если там не будет тоже Curse of Lost, блядь. Блядь, неубиваемое чмо. Ебаный призрак, сдохни, пожалуйста. Окей. Душнило на призраке. Спасибо, 150 фрити за комиссию. Куда мы идем-то, подожди. А, тут не было, окей. Понял. Тогда, возможно, понял. Тогда, возможно, вас понял. Там кто? Тролль-бомба. О, я... Нет, нихуя не могу. Турель мне помешает сделать трюк. Да ведь? Или турель, или... Просто урон получил, не забей. Турель капец его хуярит. С другого конца света просто.
Ой, было сердце парашное. Я про то и говорю. Типа, кто не играл, если 2В+, многие, наверное, в шоке, что это был за айтем. И насколько сильно он изменился. В этом-то и прикол. Раньше это был очень смешной айтем. На стрике. Причем по итогу, не помню, я хоть раз сдох с ним. Помню, каждый раз везло с Эйзекартом. Я, по-моему, ни разу не умер с Эйзекартом за АБ плюс стрики. Либо не помню. Но, может быть, не помню. Мне буквально прям каждый раз как-то удавалось это проходить, потому что каждый раз были седы, короче, более-менее. Но везло не всем. Он у Ларса, по-моему, 1028 стрик вдох на Эйзекхарте, на очень хуевом сиде с Эйзекхартом. Ну хоть не Виктор и Лэп, а то потом опять сейчас нажму нечаянно. Гига. 66.